Авдеева. Меня прям очень сильно удивила ситуация с арестом Ивана Сафронова. Это, конечно, то, что за целый день у Алексея Навального до, собственно, решения суда об аресте не было ни слова об этой ситуации. А потом было? И вот здесь я себя немножко ощутил каким-то, честно сказать, зрителем Первого канала. Журналистика – это прежде всего, собственно, информация. Журналист не должен быть активистом, журналист уже не объективен. Мы все прочитали, мы все поняли, как бы, ну а вот нужно сказать человеку, вот, я не готов этого сказать. Я не судья. Задача журналиста – найти ответ на вопрос, а не убедить читателя, зрителя в верности какого-то тезиса. Сейчас понятие государственной тайны, оно расширяется. Но, условно говоря, график уборки санузлов в аэропорту тоже можно загрифовать и сказать, что это государственная тайна. Владимир Соловьев – телеведущий и публицист, наверное, но не журналист. Партнер проекта – итальянская компания «Де'Лонги». Такое ощущение, что открылся ящик Пандоры. И после прекрасного, в кавычках, голосования по поправкам в Конституцию, мне кажется, что правоохранительная машина сорвалась просто с цепей. И за последние несколько дней проходят обыски у журналистов, арестовали нашего коллегу Ивана Сафронова. И как-то становится очень тревожно от этого. И вот мне показалось очень важным поговорить с Ваней Голуновым, который, собственно, чуть больше года назад оказался в дикой ситуации, когда ему предъявили обвинение по сбыту и хранению наркотиков. Потом, слава богу, выяснилось, что все было сфабриковано, и Ваню наказывали таким образом за его профессиональную деятельность. И сегодня в программе «Синдея» будет Ваня Голунов, и я с ним хочу поговорить, почему важна и нужна журналистика, почему важно, чтобы оставались независимые СМИ. Почему нельзя осуждать людей за слово? А сейчас пока. У меня есть маленькая приятная радость. Это кофемашина «Де'Лонги», которая по приложению делает мне кофе. Сегодня я буду пить капучино. Вот я его запустила. И моя прекрасная кофемашина мне сейчас его уже и сделает. Оказался не в своей тарелке? Капучино, пожалуйста. «Де'Лонги» – персональный бариста у тебя дома. Буквально прошло чуть больше года после того, как, Вань, ты был задержан. Тебе было предъявлено обвинение в хранении и сбыте наркотиков. Тогда это имело невероятный резонанс. Огромное количество людей вышли на улицу, пикеты, поднялся адский шум. Сменилась повестка даже питерского форума экономического. Вот. И, слава богу, вот ты здесь, рядом с нами. И тогда, наверное, одно из немногих дел, связанных с профессиональной работой журналистов, которое закончилось вот так удачно, я бы так сказала. Привет, Ваня. Вань, я очень хотела с тобой именно сейчас поговорить, потому что буквально на днях задержали нашего, в общем-то, коллегу, несмотря на то, что он последние два месяца не работал журналистом, а работал советником, советником Рогозина. Главы Роскосмоса. Главы Роскосмоса Рогозина. Журналист Иван Сафронов, один из лучших журналистов вообще, наверное, на сегодняшний день. Все, выходим. Все, выходим. Выходим. В теме оборонки точно лучший. Вот, лучший даже, да, в теме оборонки. И, Вань, и за последнее время случилось еще много всего резонансного. Было предъявлено обвинение журналистки псковского издания Светланы Прокопьевой.
И, в общем-то, с нее не сняли обвинение в оправдании терроризма и только что не посадили, а присудили штраф. И есть такое какое-то ощущение, что просто машина сорвалась, и каждый день кого-то арестовывают, кому-то предъявляют обвинение. Вот буквально сейчас, прям 3 минуты назад пришла информация, что опять арестовали, задержали Верзилова, издателя «Медиазоны». А до этого он уже отсидел там свои 15 суток и несколько обысков. В общем, ситуация очень тревожная. И мне хотелось, чтобы мы сегодняшний разговор построили не вокруг тебя и твоего кейса, а вообще вокруг того, что происходит сейчас с журналистами. А самое главное, вот мне бы очень хотелось рассказать людям, вот просто нашим обычным зрителям, что такое журналистика, зачем она нужна, почему эта работа стала такой опасной. Вань, представь, что перед тобой не медиа-менеджер, руководитель телеканала «Дождь», а там Иван из города Мичуринска или тетя Маша из города Калуга, которые... Я это точно знаю, не понимают иногда вообще, в чем суть журналистики. Считают, что либо это пропаганда, либо это инструмент влияния, или инструмент каких-то заинтересованных лиц. И я часто слышу мнение о том, что, ну вот, конечно, вышел этот репортаж, но понятно, что его заказали, понятно, что есть какой-то интересант, который это делал. Вот давай попробуем им рассказать, что такое журналистика. Журналистика — это прежде всего, собственно, информация. Мы делимся, ну, может разделить немножко, опять же, журналистику на ту историю, где журналист добывает информацию и рассказывает людям информацию, которая позволяет им дальше более правильно принимать свои решения, более правильно строить свою жизнь, понимать, что за этим стоит, понимать, почему там, не знаю, каждый год меняют бордюры у него во дворе. Это тоже важно. И там вторая часть журналистики — это, не знаю, какие-то, наверное, как это, инфотеймент. Uh-huh. Можно это назвать так, там вот разнообразные блоги. Давай мы с тобой про информационную журналистику, потому что вот за последнее время фактически все кейсы, которые мы сейчас обсуждаем, они связаны с информационной журналистикой. Что такое расследование и вообще зачем это нужно? Зачем, вот тетя Маша, давай объясним, в Калуге нужно, чтобы журналист сделал это расследование? Ну, можно говорить не обязательно про расследование. Ну, материалы информационные. Там новостная журналистика, да. Вот то, что собственно, да. Делал Иван Сафронов, как бы делал новости. И рассказывал новости о военно-промышленном комплексе, рассказывал новости о космосе. От Ивана мы узнали, там, что самолет МС-21 вновь задерживается там. Узнали, почему, на каком этапе случились проблемы у ракетоносителя космической «Протон», которые раньше взлетали. Зачем это нужно обычному человеку? Но он хочет, обычный человек хочет гордиться своей страной, хочет гордиться космосом, хочет, чтобы ракеты летали. И если ракеты не летают, понимать, почему это происходит, где эта ошибка. Но вот как мы помним, с «Протоном» ошибка была почти в конкретном, можно сказать, человеке, в рабочем из Воронежа, который там не совсем правильно все собирал. Из-за этого страдал огромный, собственно, механизм, огромное устройство, не говоря уже об отрасли, в производстве которого задействованы 1000 человек. Как бы из-за того, что мы понимаем, что вот где-то что-то, где-то недокручена гайка, и в прямом, и в переносном смысле. Привлечь к этому внимание. Зачем? Что за этим в идеальном мире должно последовать? Вот за любым таким материалом. Понимание, собственно, как бы, как строить дальше. Ну, то есть, зачем нам нужна информация? Для того, чтобы мы дальше могли строить свои действия, строить свои планы в соответствии с этой информацией. Ну, где-то «Протон», где я? Извини, я вот сейчас, правда, я выступаю той тете Машей, потому что я поняла, что это очень «Протон», важно. «Протон» и тетя Маша, как бы, да. Тетя Маша хочет гордиться великой космической державой России. Ну, ей взял журналист и рассказал, что, да, что гордиться, у нас вон падает это все, понимаешь? Что-то, ну, не просто падают, как бы, а почему это падает, из-за чего это происходит, и происходят ли там какие-то изменения, или же все-таки сейчас попадает пару раз, и все скажут,
Ладно, давайте забудем про наш космос. Но мне кажется, извини, Вань, я просто продолжу. Мне кажется, здесь ключевой еще момент, зачем делают это журналисты, зачем об этом рассказывают. Что у многих таких ситуаций, ну как в случае с Протоном, есть конкретно какое-то ответственное лицо. Или есть какая-то коррупционная, там, не знаю, сделка, которую раскрыл и вскрыл журналист. И, в общем-то, в любом нормальном цивилизованном обществе, где журналистика — это действительно четвертая власть, и журналисты гордятся тем, что они работают в этой профессии, потому что за этим, как правило, следует расследование уже на уровне правоохранительных органов. Если человек обвинен в коррупции, и это доказано, и журналист обратил на это внимание, то дальше точно начинает расследовать. Ты сделал там свое расследование про, собственно, как это, про ритуальный бизнес, да? Uh-huh. Вот. То есть что должно было бы по-хорошему последовать? Должно было бы начаться там, ну, как бы изучение этого вопроса, да? Почему так происходит? Почему там такие заинтересованные люди? Почему там есть вот эта цепочка взаимосвязи и так далее, да? Почему там есть коррупционная составляющая? И, опять же, это нужно для того было, чтобы прекратить это, либо остановить это, а для этого должны были бы уже включиться государственные механизмы, либо общественные механизмы, да, порицание, там, не знаю, отказ от использования там, этих услуг там, и так далее, правильно? Да, а ритуальный бизнес не хотелось бы трогать, но вот как бы это, опять же, довольно большая, не очень хорошо изученная тема. Но у нас периодически случаются какие-то такие флешбеки. Драка на Хованском кладбище. Угу. А, совершенно неожиданно. Почему 100 она вдруг, человек, да? 100 человек, угу. 100 человек затевают в выходной день какую-то драку между собой, трое убитых и так далее. Что это было? Непонятно. Недавняя история, несколько месяцев назад, в там, около жилого комплекса, перестрелка, тоже связанная с ритуальным бизнесом каких-то ритуальных агентов. Мы не понимаем, почему это происходит. И отчасти для того, как бы, вот, какие-то расследования ритуального бизнеса и так далее, они нужны в том числе для того, чтобы мы понимали эту механику, мы понимали, как это устроено. А вопрос был про то, что после расследования ничего не происходит, как это положено в нормальном мире. Нет, в каких-то случаях происходит. Не во всех просто. Не во всех просто. Нет, я знаю, что довольно много что происходит, но просто, опять же, у России есть свои традиции, своя специфика. Мы, ну, то есть, как бы, чиновники не хотят каких-то публичных скандалов внутри. Ну, то есть, так как я там занимаюсь какими-то темами, я прекрасно понимаю, как отражается то или иное там мое расследование, что я вижу, как бы, реальные изменения. Они не публичны. Они не публичны. И я понимаю, что если я публично буду о них рассказывать, как вот именно в том ключе, что вот посмотрите, после расследования произошло то-то и то-то, то как бы дальше этого эффекта уже не будет. Ну, то есть это понимаешь, происходит. Да, но получается, что у нас есть вот эти особенности, ты об этом не рассказываешь, общество не понимает, что за этим происходит, и в глазах, ну, обычного обывателя, опять же, да, ну, вот вышло расследование. Ну, или там сейчас вот Навальный делает расследование, очень много, да, и нам кажется, что нет никакого результата. Хотя, наверное, ты прав, где-то там под ковром все это взяли на заметочку, кого-то куда-то там, знаешь, занесли в какой-то список, и рано или поздно кара настигнет там условно этого человека. Было бы здорово, если бы общество знало об этих процессах, да, по результатам журналистского репортажа, расследования. Вот дело «Седьмой студии» было. Был огромный резонанс. Во многом благодаря не только сообществу, но и в том числе журналистам, которые об этом много рассказывали, которые делали это публичным и так далее. Не было бы резонанса такого, может быть, финал был совершенно другой. Вот сейчас очень важно вернуться, если к Ване Сафронову, просто вспомнить какие-то его ключевые знаковые материалы, вот, о которых ты мог бы рассказать, которые действительно очень важны для нас. И почему он, понимая весь риск, все равно это делал? Ну вот история там с Протоном, которую мы вспоминали, там он довольно много освещал, довольно много новостей было про свой суперджет, собственно, первый самолет, который Россия построила уже после распада СССР, собственно, перспективы этого проекта там. И новый самолет, который Россия строит, МС-21, с которым там тоже были разные проблемы, который должен был, если не ошибаюсь, появиться еще в 2018 году, но там в силу каких-то обстоятельств не появился. Опять же, вот эти вот все обстоятельства, они тоже важны и нужны. И как простому человеку, Маше из Мичуринска,
Это тоже, собственно, как бы для нее это, наверное, какой-то, скорее, что-то происходит, какие-то новости по разряду инфотеймента. Угу. Потому что, как бы там, ну вот космос, она хочет, угу. чтобы все летало. А с авиастроением тоже, конечно, клево, если у страны есть свой собственный самолет, клево, как бы, если он эксплуатируется не только в России, угу. как бы, и у него все хорошо. А вот. Но есть какие-то причины, почему этого не происходит, журналист об этом рассказывает. И, в общем-то, опять же, мы очень надеемся, что какие-то последствия у таких расследований не посадка журналистов в тюрьму, а последствия для тех людей, кто отвечает за тот или иной вопрос, они должны наступать. Да, ну и там, условно говоря, там много было у Ивана интервью с различными главами оборонных холдингов, которые так или иначе, это не касается там Бабмаш, но так или иначе они рассказывали отрасли о проблемах, с которыми они сталкиваются, пытаясь их решить вот так публично, через публичную эту историю, что тоже, конечно, у кого-то вызывало неудовольствие. И это же тоже очень круто. Опять же, вот одна из миссий журналистики, ну вообще так вот по-хорошему, это... разговаривать с людьми, которые принимают какие-то решения, с чиновниками, руководителями. Чтобы мы понимали, конечно, что чтобы происходит. Мы понимали, что происходит. И вот есть еще одна проблема, мне кажется, важно об этом сказать, что, например, по закону о СМИ, любой чиновник обязан в течение 7 дней ответить журналисту на его запрос. Просто обязан. По закону так написано. Если ты не можешь ответить по какой-то причине, например, гостайны, то ты в течение 3 дней должен обосновать эту причину и прислать. Но мы же знаем на практике, что практически, ну, то есть все плюют на этот закон о СМИ. Как правило, чиновники не дают комментарии, они даже не отвечают. Ну даже если кто-то отвечает, то это, сейчас как правило, уже там отписка. Тоже они умеют отвечать, да, довольно формально. Да, это отписки. И это тоже очень важная функция СМИ, журналистов, потому что как узнать, что происходит не только в отрасли, но еще в голове этого человека, который принимает какие-то решения. Иван Сафронов. Его обвиняют сейчас по очень тяжелой статье. Статья о госизмене. Тяжелейшая статья. Ну, то есть твоя была тяжелая статья, а это вообще просто да, какая-то... Да, но в моей статье... Ты хотя бы открытость. В моей статье, возможно, да, была публичность, как бы, возможно, было требовать открытого расследования, публичного расследования и так далее. И там появлялись фотографии, там вот оперативники показывают фотографии из квартиры, там, да, что да, там да, на колбе. Ты производишь наркотики. И с этим очень просто работать, потому что, как бы, ну, оказаться в моей квартире, там, это вопрос получаса. А еще там через 10 минут мои коллеги, которые были у меня в гостях, найдут и покажут, как выглядела эта квартира. Как бы здесь просто апеллировать. А вот в случае с делом о госизмене, дело как бы секретное, и здесь довольно сложно понимать, о чем речь идет, получать какую-то информацию, понимать, что как бы предъявлено в обвинении, потому что это гостайна. Все будет закрыто. Вот. Все будет закрыто, но так как... И все будет, опять же, там, наверняка сейчас появится в каких-нибудь государственных СМИ история, основанная на источниках. Вот источник там-то как бы сказал и так далее. То есть начнутся вбросы информационные для того, чтобы, собственно, подкрепить это обвинение. Ну, которые сложно опровергать. Да. Историю с нарколабораторией элементарно опровергнуть, как бы квартира есть, все, как бы к ней есть доступ. А здесь, как бы, когда мы знаем, там, передача информации чешским спецслужбам, как бы вот мы не знаем подробностей, мы не можем как бы это проверить. То есть вот мы вынуждены доверять той информации, которая есть или которая появляется там теми или иными вопросами. Ну, есть маленькая только надежда, опять же, так как сейчас опять журналистское сообщество консолидировалось, мы видим пикеты, которые проводят журналисты, правда, всех задерживают. Мы видим большое количество публикаций. Сегодня вот вышли большое количество изданий, тоже как в твоем случае. Мы Иван Голунов про Ивана Сафронова, про поддержку его. Я думаю, в ближайшее время на сайте «Дождя» опубликуем его знаковые вот эти вот материалы, чтобы можно всем было ознакомиться, что это такое. Возможно, что какой-то вот такой вот резонанс каким-то образом позволит нам немножко приоткрыть двери этого закрытого. И важно очень не забывать. Чтобы так как современный информационный мир устроен, то, что у тебя одна картинка меняется на другой, важно, чтобы... То, что завтра опять кого-то арестуют или посадят, и тема повестки поменяется, и ты прав совершенно. Здесь очень важно эту ситуацию не... Как там писали советские газеты там, в советское время. Дело у нас на контроле. Да.
Вот. Сейчас мы требуем только, чтобы там Владимир Владимирович пусть возьмет на контроль, или Александр Иванович Бастрыкин пусть возьмет на контроль. Опять же, чтобы общество могло это контролировать, для этого, собственно, опять же, я возвращаюсь, для этого и нужны журналисты, которые должны об этом рассказывать. Источники. Что такое вообще источники? Вот давай опять для тети Маши из Мичуринска. Ты получаешь информацию от источника. Давай, что такое источник? Вот у меня совершенно другой подход. И как бы этот подход тоже... Ну, то есть я работаю в основном... Я очень не люблю источники. Это люди, которые, как правило, могут работать где-то. Которые, как правило, где-то работают внутри этой системы. Или обладают интересом, как бы обладают информацией из этой системы и, собственно, рассказывают какую-то информацию. Мне лично очень сложно с этим работать, потому что тут нужна, если ты особенно не постоянно занимаешься этой темой, нужно важно понимать, как устроена вообще механика взаимоотношений между всеми этими структурами и людьми, какая мотивация у человека, что он тебе рассказывает эту информацию. И потом еще важно проверить эту информацию. Опять же, тут надо быть таким вот узкоспециализированным, прекрасно это сделал Иван, когда он прекрасно знал оборонный комплекс, как он устроен, что там, ну, собственно, он потомственный же журналист, там, фактически, отец занимался этой же темой. И, вот он и отец фактически... погиб тоже, в общем-то, при странных обстоятельствах. И как раз убийство, если оно и было, то за профессиональную деятельность. Он должен был опубликовать какой-то очень резонансный материал. И буквально за несколько дней до публикации он... Собственно, был... мы так и не знаем, что это было, потому что уголовное дело было закрыто. Вот. Расследование фактически не было проведено. Вот, Ваня, объясни мне. Вот ты говоришь, я поняла твою позицию, что источник — это всегда такая сложная история. Ты больше любишь работать с открытыми источниками информации, то есть как бы с общедоступными там даже для простого жителя города Мичуринска информации. Просто как бы не нужно понимать, где она находится, нужно понимать, как ей пользоваться. Просто я как бы занимаюсь сопоставлением данных информации из открытых источников. И это тоже кому-то, как выясняется, не нравится. Кому-то не нравится, как бы, что на них обращают внимание. Полечко. Деньги любят тишину. Вот. Поэтому как бы, я оказываюсь в такой ситуации. В ситуации с Иваном и с множеством других как бы, коллег, которые любят и работают с источниками, здесь появляются много-много разных сложностей. Во-первых, люди будут бояться что-то рассказывать. Во-вторых, сейчас понятие государственной тайны, оно расширяется. Вот я как и понятие хотела там про... государственная тайна, условно говоря, график уборки санузлов в аэропорту тоже можно загрифовать и сказать, что это государственная тайна. То есть это понятие очень размытое, к сожалению. И я вот там, когда случилась вся эта история, я тут же начинал вспоминать с кем ты общался. Где что может быть. Нет, не с кем, ну, как бы там, и с кем общался, как бы, и с какими-то документами и так далее. Например, методы проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, их результаты, они до рассекречивания, они являются государственной тайной. Вот эти вот, условно говоря, там, когда говорится информация, вот его обвиняют в том-то, а вот там было проведено то-то, как бы формально легко может попасть под закон о государственной тайне. Я в качестве иллюстрации, я хотела зрителям даже показать, вот у нас юрист сделал нам такую памятку «Соблюдение требований законодательства о СМИ». Вот это памятка за 10 лет работы телеканала. Вначале была очень небольшая. В общем, фактически это было все из закона о СМИ, там было все понятно. Потом у нас с каждым годом все увеличилось. Вот на сегодняшний день, на данный момент, кстати, тут про госизмену, мне кажется, еще нету уточнений. Здесь 30 пунктов вот таких вот развернутых со всякими подпунктами и так далее. Она все время обновляется. Любой журналист, выпускающий редактор, шеф-редактор сайта должны просто какой чинаш фактически знать, потому что оступиться можно в любом месте совершенно неожиданно, и тебе за это прилетит. Вот. То есть вот что происходит, да? Да. И вот тут важный тоже момент, ну, собственно, там, как возникло дело Светланы Прокопьевой. Светлана Прокопьева — это журналист, как можно сказать, Псковского издания. Забыла. Она и для «Эхо» писала, и в Псковской губернии.
«Эхо Москвы», да. И, собственно, она написала текст, она написала колонку. Публицистическую колонку. Да. Это даже не расследование, это просто это не расследование. Публицистика, да, где это она публицистика. Описывает... Тут еще вот важно, собственно, сейчас мы, может быть, отдельно про это поговорим, как бы публицистика и журналистика — это совершенно разные Давай, вещи. Тоже вот не нужно их смешивать и путать. Она, она высказывала свое мнение, давала свою оценку, собственно, теракту, который произошел, взрыв на входе в здание УФСБ по Архангельской области. Да. 17-летний молодой человек собрал бомбу, пришел в здание ФСБ и, собственно, на рамке металлоискателя взорвал себя. Там пострадали несколько сотрудников ФСБ. Она писала об этом, написала, собственно, об этом текст. Она написала об этом колонку. Вот, где высказала как бы свое мнение. А система мониторинга Роскомнадзора, которая вылавливает и выписывает... По словам ключевым, да. Да, по ключевым словам, там, теракт, самоубийство и так далее, выявила как бы эту публикацию, выписала предупреждение, и дальше началась уже работа, собственно, там, местных силовиков, которые возбудили дело по фактам оправдания терроризма и так далее. Вот. Но тут еще важно не забывать, немножко в сторону отойдем, все-таки задача журналистов не только рассказывать информацию, но и подсвечивать какие-то проблемы. Я много слышал о деле Светланы Прокопьевой, стал смотреть вообще судебную практику по этой статье, и выяснилось, что в Карелии была осуждена активистка за высказывание в соцсетях ровно по, собственно, по этой ситуации в Архангельском ФСБ в Вологодской области. Осуждены. Она осуждена, она штраф 350 тысяч. В Вологодской области у активистки тоже одно уголовное дело, и сейчас оно должно быть передано в суд. Была информация, что на пенсионеров в Санкт-Петербурге тоже заводили. Это все северо-западный округ. Это все, собственно, управление ФСБ северо-западного округа. То есть мы понимаем, что... собственно, им не удалось предотвратить, они как бы допустили этот теракт, и теперь пытаются найти... И теперь они пытаются как бы вот сделать так, чтобы никто, чтобы об этом все забыли просто быстро. Просто забыли, а никто не писал еще. И этом... превентивно на будущее. Да, и это важно, как бы вот, ну, то есть мы обращаем внимание на Светлану, но при этом вот есть еще несколько других судов на эту же тему, которые тоже важно, о которых тоже важно не забывать. И вот этим, опять же, занимаются журналисты, и там СМИ местные, и не местные. Вот сейчас создан синдикат журналистов, куда входит очень большое количество независимых СМИ, и в первую очередь даже региональные, именно для того, чтобы мы, московские издания, могли подсвечивать то, что происходит в регионах, потому что мы не всегда успеем за этим следить. И вот в этом синдикат собираются вот эти знаковые ключевые материалы для вот, там, такой публикации на все. Тут я понимаю, что минут 15 назад тетя Маша из Мичуринска от нас отключилась, потому что мы говорим совершенно о другом. Опять про свое. Потому что в Мичуринске-то у тети Маши там нету никакой информации. Ну, то есть у нее есть муниципальная газета о существовании, которую она, наверное, слышала, что такое было. То есть для нее, наверное, основным источником информации является, там, не знаю, паблик, подслушанный в Мичуринске. То есть вот для тети Маши из Мичуринска там СМИ — это что-то такое вот странное, далекое где-то еще. Да, СМИ, собственно, подсвечивают, и важно, собственно, не концентрироваться только на каких-то проблемах. Важно посмотреть на проблемы в целом. Собственно, там вот там одна из моих задач сейчас, которой я занимаюсь, это я там изучаю судебную статистику в одном направлении, связанном с, собственно, с наркотическими статьями. И, надеюсь, собственно, сделаю эту работу, там мы уже собрались какую-то команду людей, наверное, сделаю эту работу по всей России, как бы покажем некоторые сложности, которые возникают в То есть не просто конкретно взять какой-то кейс, а попробовать показать, в чем есть проблема. В чем есть проблема. Для того, чтобы обратить внимание на проблему и, собственно, дальше постараться как-то добиться системного решения этой проблемы. Это касается там не только наркотических статей, там, но и других вообще как бы... Ну, вот мы сконцентрировались на этой проблеме, как бы эта проблема коснулась меня. Ну да, и ты. Вот, и я, собственно, вот решил это внимательно изучить. Важно, вот мне кажется, тоже там мы говорим о Светлане, но не важно не забывать и о других судебных процессах на эту тему, других судебных процессах по этой статье.
и так далее. Ты хотел про публицистику еще сказать, развить чуть-чуть. И про публицистику. Тут вот тоже... Вот сейчас-то все довольно смешивается. То есть там... В принципе, что такое новостная заметка в идеале? Это когда ты рассказываешь информацию, ты рассказываешь источник этой информации. Если это какой-то... Ты не рассказываешь, вернее, про источник, как нет, правило. Нет, я имею в виду, да. Там вот эта информация там основана, там, не знаю, на данных сайта госзакупок. Угу. А еще вот источник, в данном случае человек, который... И желательно описать, собственно, как там меня учили, например, в газете «Ведомости», максимально точно, насколько это возможно, насколько позволяет человек описать, как бы, откуда он знает эту информацию. И, собственно, рассказывает эту информацию. И ни в коем случае там не должно быть никаких оценочных суждений. Вот к моим заметкам очень часто предъявляют претензии читатели. Говорят там, типа, мы все прочитали, мы все поняли, как бы, ну а вот... Где эмоции-то? Где вердикт? Да, нет, где эмоции вердикт? Твои? Ну, конечно, как бы, вердикт, отношения. Нужно сказать, человек вор. Я не готов этого сказать. Я не судья. Я не правоохранительный орган. Я рассказываю информацию, но я не готов делать вердикты. Угу. А публицистика — это скорее история про то, что ты высказываешь свое мнение. То, чем виртуозно, например, занимается Александр Баунов в центре Карнеги. Для многих, собственно, видеоблогеры в Ютубе являются основным источником получения информации. Там Анатолий Шарий, там, как бы, вот... Да. Хорошо, если этот блогер и, там, условно, Леонид Парфенов или Юрий Дудь, или, там, Алексей Пивовар, который является профессиональными журналистами. Юрий Дудь интервьюер. Тут тоже вот надо такие моменты. Да, ну хорошо, подожди, но он же все-таки журналист. То есть он все равно понимает законы жанра, законы журналистики. Он понимает, что важно проверять и так далее. В отличие от многих других, которые, в принципе, даже про это не думают и не знают. Ну вот здесь сейчас это смешивается. Но нужно все-таки постараться как бы это четче разделять, четче объяснять. И не допускать. Ну, то есть вот меня там много раз там мои коллеги просили написать там колонку. Там, ты в этой теме хорошо понимаешь, как бы там, как бы, напиши, выскажи свое мнение. Нет, я этого не буду делать, как бы, категорически. Пока я, собственно, работаю журналистом в этом издании, я не буду высказывать там никакого своего мнения даже на тему, которую я хорошо знаю. Мы можем объяснить, вот, например, зрителям отличие, опять же, журналистики от пропаганды? Пропаганда имеет какую-то заданную цель. Имеет задача цель журналиста — найти ответ на вопрос, а не убедить читателя, зрителя в верности какого-то тезиса. Угу. Все-таки я занимаюсь тем, что я нахожу ответы на вопросы. Собственно, там большинство моих заметок построено там... Я много пишу о Москве, потому что как бы я живу в этом городе, у меня много вопросов как бы к этому городу возникает, я пытаюсь найти на них ответы, и рад, когда, собственно, выясняется, что многие читатели получили ответ на тот или иной вопрос. А пропаганда — это все-таки некое утверждение и обоснование некого утверждения. Вот я ровно то, что я не хочу делать, не хочу делать никаких утверждений. Утверждение должен делать читатель. Или должны делать вот какие-то модные интерпретаторы современности. Например, Владимир Соловьев очень часто называет журналистом, да и сам он себя, мне кажется, называет журналистом. Почему... Можно ли его назвать журналистом? Для меня журналистика — это работа с информацией, а не интерпретация той или иной информации. А для меня Владимир Соловьев — телеведущий и публицист, наверное. Но не журналист. Это все-таки разные профессии. Как бы вот я на этом настаиваю, потому что журналистика и публицистика. Там, в газете «Ведомости», условно говоря, есть специальная колонка, специальный раздел «Мнение», где можно высказывать свое мнение, и где даже, собственно, новостные журналисты высказывают какие-то свое мнение, подписывают своим именем. Но во всей остальной части газеты это делать запрещено. И вся информация, которая там изложена в новостных текстах, она снабжена источниками, откуда она взята. То есть как бы там у меня... Я очень люблю, так я работаю с открытыми общедоступными документами. И вот Алексей Навальный тоже, он любит как бы... И я люблю везде делать ссылки. Вот. То есть ты можешь сам пойти и все там... Да.
прочитать, что меня прям очень сильно удивило в ситуации с арестом с Ивана Сафронова, это, конечно, то, что за целый день у Алексея Навального до, собственно, решения суда об аресте не было ни вообще слова ничего об этой ситуации. А потом было? Потом была ссылка на расследование про вид на жительство Александра Бастрыкина в Чехии. Вот. Но опять же, там вот Любовь Соболь что-то писала про это. У Алексея Навального были видео задержаний в Белоруссии, при том, что ровно в этот момент вот это очень интересно. Шло кстати, на Лубянке. И вот здесь я себя немножко ощутил каким-то, честно сказать, зрителем Первого канала. И меня вот это как-то так прям поразило. Вот. Но при этом не нужно же забывать, что Алексей Навальный он же вообще не журналист, он вообще, да, политик, он, собственно, занимается расследованиями. Вот, и просто отчасти мы начали его как-то воспринимать как источник информации. Там для многих, я думаю, абсолютно для многих довольно молодых людей он является источником информации как журналист. Тут вот тоже происходит такая подмена. Он, в отличие там, от журналистов, может быть, он делает это в какой-то более удобной, в более доступной форме, потому что журналисты не всегда успевают следить за аудиторией, как лучше им получать, как им проще получать контент и так далее. Вот. Тут вот важно все это очень сильно различать и не смешивать. А можно вот я сейчас еще раз вернусь? У тебя есть источник проверенный. Ему источник сливает информацию, например, которая действительно, может быть, составляет гостайну, и этот источник даже подписывал какой-нибудь документ о том, что это гостайна. Но журналисту он об этом не говорит. И журналист это публикует. Почему мы начинаем наказывать журналиста, а не искать источника, который слил журналисту эту информацию, который является гостайной. Мне смотреть на это глазами чиновника, который подписал гостайну, но как бы это его мнение, он должен понимать, как бы, то есть вот он понимает, что он подписал что-то, и дальше в зависимости от своего состояния, он как бы, если он это рассказывает, он понимает, конечно, что ему грозит это наказание. А журналист здесь, он даже не знает, что это гостайна. А журналист должен проверять эту информацию, в том числе отчасти там, опытом понимать, может ли это относиться к государственной тайне или нет. Хотя, вот, опять же, сейчас гостайна понятие очень широкое, как бы сейчас может... то есть нет никаких критериев, какой документ мы можем загрифовать, а какой не можем. То есть вот это вот очень расплывчато все устроено. И потом документ можно загрифовать задним числом, а ты уже знаешь эту информацию. Да. И, соответственно, как бы ты на момент получения информации не был носителем гостайны, а потом как бы оказался. Тут тоже много разных странных ситуаций. Если мы говорим там про госизмену, гостайны и госизмены это разные вещи, потому что все-таки в госизмене подразумевается какие-то контакты с представителями иностранных государств, то вот тоже все это довольно непросто. Но вот как минимум я понимаю, что нужно довольно четко обозначить критерии как бы того, что может становиться гостайной. Потому что сейчас это как бы грифовать можно абсолютно то есть, опять любой же, документ. Если вернуться к основной теме нашего разговора, журналисты могут и СМИ сейчас поднять эту тему, что вот нужно сделать более четкую там, регулировку либо понятие, что такое гостайна. И мы знаем, что по каким-то статьям, по каким-то вот таким резонансным делам есть изменения. И какие-то статьи меняются под давлением, опять же, общества. Это не так часто происходит, но оно меняется. Я вижу, собственно, изменения по наркотическим делам. Сейчас появилось довольно много уголовных дел в отношении сотрудников полиции по статье о фальсификации доказательств, о превышении полномочий и так далее. И я вижу, как бы там какие-то схожие, как бы это появилось после моего дела, как бы я вижу, что просто стал понятен как бы механизм. То есть как бы вот у нас есть кейс, как бы в этом кейсе понятна, собственно, система доказываний, и как бы я вижу,
как она распространяется в других регионах, когда, если раньше, как бы просто в случае, там, если писали, что есть фальсификации, там, если как бы задержанные писали, что вот там было сфальсифицировано то-то и то-то, как бы просто там, в установленные сроки писали отказ. Сейчас я вижу, там, опять же, из той информации, которую я получаю там, от журналистов в регионах или от правозащитников в регионах, я вижу, как собственно, что увеличивается количество дел, когда сотрудники управления собственной безопасности полиции начинают действительно проверять, как бы не было ли там фальсификации или нет. Да, это важно. Я вот тут просто хотел очень важный момент пояснить, и тоже большая проблема. Иван был задержан, то есть Иван не занимался журналистикой с апреля. Вот, и в последнее время работал советником госкомпании «Роскосмос». И здесь тоже важный момент. Ну, то есть он ушел из «Коммерсанта» вместе с отделом политики после скандала, когда сняли, потребовали снять заметку о возможной отставке Валентина Матвиенко. Потом он, собственно, поработал около года в газете «Ведомости». И когда пришел туда новый главный редактор, он принял решение уйти. И, ну, то есть вот еще проблема журналистов, которым становится все сложнее работать, и они как бы перестают понимать, зачем они это делают. Как бы это не нужно никому, там, ни обществу, там, ни тете Маше из Мичуринска, ни даже там, условно говоря, там, каким-то героям, которые, наоборот, там, начинают давить, что не надо об этом писать и так далее. Знаешь, когда становится нужно? Только тогда, когда человек сам вдруг с этим соприкасается. К сожалению, да. И вот в этот момент приходит какое-то понимание, да, что а как же там нету журналистов, никто об этом не пишет. Ну, я каждый день получаю письма, особенно из регионов, о том, что у нас, ну, то есть про проблемы, которые случаются, очень серьезные, разного толка. И одна мысль. Ни одно федеральное СМИ об этом не пишет, никто не готов про это рассказывать, местные СМИ боятся. У нас есть единственная надежда, это если дождик к нам приедет, это снимет. Тут тоже важно, опять же, важно о работе журналистов. Мне тоже довольно часто сейчас пишут, и я начинаю разбираться в каких-то историях, и вижу какие-то манипуляции. Конечно, так в этом уже задача журналиста. У нас все как бы так же, как у вас, нам подкинули, а потом выясняется, что вообще-то как бы там был закладчиком человек. Ну, так или мне говорят, там присылают материалы уголовного дела, но не присылают какие-то там допрос, собственно, там задержанного. Я говорю, не хватает страниц. Мне говорят, да там вообще ничего нету интересного. И я понимаю как бы из других материалов, что там как бы что-то не так. И опять же, ну то есть вот это моя ответственность, я не могу... мне там говорят, сделайте перепост этого. Это моя ответственность, я не могу, собственно, там... Пока сам не проверили, да, не уверен точно. Да, пока сам не проверю, ну, то есть, как бы там, тем людям, которые мне доверяют как журналисту, я не готов, как бы, делать вот там эмоциональный перепост для того, чтобы ввести их в заблуждение, потому что вот мне все-таки важно доверие читателей и так далее. То есть тут вот тоже, как бы, там, работа журналистов, там, кажется, чем это отличается от какого-нибудь видеоблогера? Но Это отличается. Вань, последний вопрос. Эти видеоблогеры, они же, собственно, весь этот анализ, вся эта публицистика, она основана на той информации, которую, добывают журналисты-информагенты, журналисты-расследователи, новостники и так далее. Конечно. Вот, поэтому вот как бы, если не будет новостной журналистики, не будет информагентств тети Маши из Мичуринска, как бы читать будет нечего, и пространство ее дезинформации будет намного существеннее, когда ее мнение могут, собственно, манипулировать там, какие-то люди в каких-то своих интересах, и нету независимых журналистов, которые как бы могут проверить это, сопоставить, как бы поговорить с разными сторонами конфликта. Журналисты, наверное, мне кажется, сейчас самые смелые. Ну, посмотри, куча правозащитников — это, как правило, тоже журналисты, либо бывшие журналисты, либо те, и которые... И это проблема. Ну, а что делать? В смысле, проблема с чем?
Ну, нет, журналист не должен быть активистом. Журналист уже не объективен. Если он идет как бы освещать какое-то событие с сложившимся мнением, что там это беспредел, там будет то-то и то-то. Но если это очевидно, явно беспредел, то что теперь? Надо это доказать. Надо это доказать и не доказать, а надо это показать. Собственно, показать эти факты зрителям. Собственно, как там это сделал Павел Лобков с придя на избирательный участок. Как бы он показал, как можно пройти этот путь. И, собственно, еще помимо Павла прошло несколько людей этот путь. Есть такая, собственно, дыра. И мы не понимаем ее масштаб до сих пор. Ну, то есть, как бы нам до сих пор членораздельно не объяснили, что это было. Там, насколько я понимаю, там открыли урну, вытащили бюллетень, закрыли, у нас все хорошо. А сколько таких случаев, как бы, неизвестных от тех, кто о них не писал, как бы, публично, мы не знаем. Вот. И это вот те вопросы, на которые нужно искать ответы. Ты сейчас приравнял это к акционизму. Но при этом, смотри, даже писать, публиковать расследования, писать сложные заметки про, там, не знаю, военно-промышленный комплекс, да, понимая, что у этого могут быть последствия, но это, конечно, смелость, это и гражданское, в том числе, мужество. Ну, понимая, в каком контексте мы живем. И мне кажется, что если мы говорим про гражданское общество, которое там сформировано, во многом у нас сформировано как раз во многом журналистами. Тебе это не нравится? Ну, я не хочу. Я не очень не люблю понятие «влиятельный журналист». Угу. Там, когда мне там говорят, вот у тебя есть голос, как бы сейчас вот там советуется, вот у тебя есть голос, там меня передергивает от этого. Там, ну вот там мне говорят, нужно писать там свое мнение по разным событиям, а что вы думаете о поправках в Конституцию? И вот я так как бы я почему-то думаю, почему я должен как бы рассказывать о том, что я думаю о поправках Конституции, почему я должен рассказывать это всем? Ты считаешь, что мне неинтересно? Я считаю, что как бы, ну, как бы абсолютно точно я его не готов выражать как бы в издании, где я работаю, потому что там я не выражаю свое мнение, там я рассказываю читателям информацию. А там, если мне очень хочется выразить какое-то свое мнение по вопросам, которые меня волнуют, там я это могу сделать в социальных сетях. Чем ты отвечаешь? Ну хорошо, подожди, но ты в социальных сетях тоже журналист. Нет, в социальных сетях. Нет, ты, конечно, журналист. Извини, пожалуйста. Ну как, конечно, журналист, и тебя там понимает и воспринимает, и репутацию у тебя там, собственно, журналист, которому доверяет. Почему? То есть здесь, ну, я вот, например, не вижу отличия, знаешь? Нет. А там, не знаю, пойдет шахтер в выходной день на садовый участок, ему скажут, скапывай грядку, ты же шахтер, ты же с землей работаешь. Не-не-не-не, ну подожди, ты работаешь со словом, ты работаешь там с информацией, и соцсети, где ты как Иван Голунов, а не как, не знаю, Вася Пупкин. Я умею пользоваться словом, но злоупотреблять этим в социальных сетях для того, чтобы решить какую-то свою проблему. Нет, я не говорю, что решить проблему. То есть тебя же твое мнение в соцсетях воспринимают точно так же, как... То есть мнение не просто Ивана Голунова, а мнение журналиста. Я стараюсь это делать, чтобы это было все-таки как-то нет. Это разные площадки, Ты считаешь, что для человека твоего там, условно, почитателя, читателя и так далее, ты считаешь, что это, ну, они по-разному воспринимают твою публикацию? Я бы очень просил, если есть какие-то почитатели, чтобы они разделяли то, что я делаю в социальных сетях, и то, что я делаю в СМИ под своей фамилией. Иван Голунов, Вань, я хочу нам всем пожелать вот эту вот свободу журналистам и журналистике. Я очень надеюсь, что все будут следить за делом Ивана Сафронова, ну и, собственно, за другими делами, которые сейчас... Которых довольно очень много. Их очень много. Вот, ты знаешь, на самом деле, список, но просто уже некогда его читать. Ну, там дело Абдулмуминдгамидова, которое... Да. Который, собственно, который год назад был задержан по подозрению в финансировании терроризма.
И до сих пор как бы мы ничего об этом не знаем. Человек находится в СИЗО, и мы не знаем никаких подробностей, потому что гостайна. Очень важно, чтобы все-таки... Мы не забывали и фиксировали это, и напоминали об этом. В общем, наша задача — это делать, стараться. А задача наших зрителей, читателей — с одной стороны, критически относиться к тому, что вы читаете и пишете, с другой стороны, все профессии нужны, все профессии важны. Но просто журналисты действительно все-таки так или иначе несут еще и какую-то общественную такую нагрузку, и это есть. И я вот как бы еще важно, чтобы мы несли общественную нагрузку корпоративную, и чтобы мы внимательно обращали ситуации на... внимательно больше обращали внимание на ситуации с региональными журналистами. Для того, чтобы там, тетя Маша из Мичуринска понимала, что такое журналистика, да. Для того, чтобы да. у нее были но эти вот журналисты. Мы правда сделали... Вот сейчас есть этот синдикат, куда входит большое количество изданий, в основном региональные. Собственно, во многом для этого было это и создано. Вань, спасибо большое. Иван Голунов у меня в программе. У меня есть для тебя подарок от компании «Делонги». Здесь зерна, которые можно в кофемашину, можно помолоть и сварить в турке. В общем-то, разные. В кофемашине «Делонги» они очень вкусные. Если нет кофемашины «Делонги», то можно на следующем каком-нибудь... Из Латинской Америки. Да-да. Нет, там не то, что кто бы мог что-нибудь подумать. Есть мои отпечатки. Спасибо большое. Спасибо, Вань. Спасибо. Программа «Синдева». Партнер проекта — итальянская компания «Делонги».